распаковочка уже для меня, вернее для поездки на море. Я посмотрел кучу обзоров, решил все-таки и себе заказать селфи-палку. Упаковали, конечно, хорошо. Посылка шла в районе 20 дней. Ну, коробка, конечно, не сильно сохранилась. Есть помятости. Но, тем не менее, да. Он действительно хорош. Этот стик. Значит, что мы здесь имеем за такие денежки? Ну, это как пользоваться. Логотипчик, наклеечки, здесь еще вставки, специальные шайбы, если вдруг нужно будет уплотнить как-то. Две быстросъемные эксцентриковые винты, который нужно научиться вставлять. Ну и, собственно говоря, сам стик. Подмагничивается. Сделано лучше, чем на селфи-палке Xiaomi. Я думаю, ножки не будут вылетать. Там пришлось подклеивать. Ну и для того, чтобы поставить, говорят, что его нужно поднимать. Да, его нужно будет немножечко вытаскивать. Вот таким вот образом все это дело будет становиться. Да, небольшой, но в принципе он большой и не нужен будет. Здесь элементарно быстро можно научиться подкидывать. О, все попал. Затягиваем. Так, и у нас жестко закрепилось. Можно отпустить и повернуть. Ну, в принципе, ничего так. Ничего не люфтит. Не, немножечко есть люфт, но это даже не люфт, это какой-то свободный ход. Очень даже достойная селфи-палка. Хорошо прорезиненная ручка. Ну, то есть, по сравнению с Xiaomi, она где-то на 5 сантиметров будет короче в сложенном состоянии. Ну и, соответственно, имеет гораздо меньший вес. Хотя вот это вот вся дело пластик, а это алюминий, я так понимаю. Ну, посмотрим, в принципе, как она себя зарекомендует. Моноподом от Xiaomi я пользовался на протяжении, наверное, лет трех. Причем он как одинаково подходил как и для экшен камер, так и для телефона, так и для DJI Osmo Pocket, который можно было свободно вставить в разъем для телефона. Ну, то есть вещь довольно-таки интересная. Защелка, конечно, супер. В общем, прикольно то, что есть еще такая вот наклеечка, белая и черная, которую можно будет где-то наклеить, ну, по типу эпловских наклеек. Вот так вот.
обычная рекламка, но не может не радовать. Ссылка на данный стик будет в описании. Ну и подробные тесты, соответственно, уже, наверное, скорее всего, на море. Все, всем пока.